История с девушками. Как история с косметикой. Техника накрасили? Конечно, да. У нас был техник, который у него была, когда вторая ступень отходит, он терял память, а потом сознание где-то. И вот на утро он просыпался, у него все ноги были. У нас был специальный набор косметический, его ребят возили. Зачем вам? Помада губная, все как положено. Русский. Зачем? Ну у него уже две ногти были разных цветов. Ну как на ногах. Ну и кроме этого тоже, конечно. И утром, когда он просыпался, нужно было срочно все разгружать. Ну, да, он просыпался, начинал метаться по вагону, а туалеты заняты. Я от него шарахался. У нас там всякий боевой наряд, индейский такой. А он вам потом на концертах не мстил? А он не знал кому. Ну не удивительно, что техники, которые жили такой жизнью, что у них потом были проблемы с запоминанием твоих песен. Однажды воды горячей не было, и пришлось так на концерт идти. А нет, не то есть ему в накрашенном виде пришлось идти так на концерт. Это не когда вы его нарядили и поставили вместо Дубинина? А с Дубинином потом никто не здоровался. Он играл один раз на бас-гитаре, да? В СДК МАИ. Но не в нашем ансамбле, а... Ну то есть ты разделяешь точку зрения, что басисты — это такие люди, их любой техник может заменить. Давай. Игра с огнем, видишь, уже играется. Игра.